В Астане сегодня наградили победителей конкурса на соискание премии фонда первого президента Республики Казахстана, лидера нации. Лучшим молодым певцам, актерам, ученым, журналистам вручили премии. Отмечу, это торжество проходит 6-й год подряд. За это время лауреатами фонда стали порядка 100 человек. О победителях этого года расскажет Саби Байбусинов. На 6-й год своей жизни эта премия переехала в Астану и сразу в самое необычное по строительству и красоте здание – Назарбаев-центр. Сегодня здесь собрались самые талантливые и умные молодые люди со всей страны. На звание победителей в этом году претендовало 73 человека. Каждая заявка была рассмотрена конкурсной комиссией, советами молодых ученых и творческой молодежи при фонде. В сфере науки и техники это значит новизна. Новизна их научных разработок, научных исследований, кроме того, возможностью имплементации в реальном секторе экономики, в сфере культуры и искусства. Тут уже выбирает самых талантливых молодых деятелей культуры. Но в итоге выбрали 19 человек, чьи работы или достижения признаны лучшими. Лауреатами конкурса стали известные в стране оперные певцы, солисты балета, актеры, художники, журналисты, медики, экологи и ученые. Среди них заместитель заведующей кафедрой химии и химических технологий КАЗНУ имени Аль-Фараби Галия Ирмухаметова. Моя работа была посвящена созданию полимерных материалов для использования их в качестве систем для доставки лекарственных веществ, и также полимерные гидрогели, также для использования в лечебных целях. Я считаю, что вот эта вот награда ежегодная, премия фонда первого президента, она очень важна для молодых ученых Казахстана, поскольку, во-первых, она повышает престиж науки, она вдохновляет. Лауреаты не только получали премии, но и радовали публику своими талантами. Но эта победа, по словам триумфаторов вечера, станет стимулом для достижения новых вершин. Саби Байбусинов, Умарбек Изимов, Астана.